Соединенные Штаты готовы помочь Армении и Азербайджану достичь долгосрочного и всеобъемлющего мира. Нед Прайс. Усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений, заявили из Министерства иностранных дел России. Рарад Мирзаян и председатель Сената Чехии коснулись развития армяно-чешских межгосударственных отношений. Рарад Мирзаян возложил венок Хачкарю, посвященному армяно-чешской дружбе. Рубен Рубинян представил Ан Луйон нынешнее состояние процесса нормализации армяно-турецких отношений. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН посетил мемориальный комплекс Титарнакабет и почтил память жертв геноцида армян. Армения привержена мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Амбарцу Матевасян принял председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский заявил о намерении вернуть утраченные Украиной территории в ближайшие недели. Специальный докладчик ООН раскритиковала санкции Запада против России.